Новые подходы к дошкольному образованию, совместные интерактивы и коуч-сессии. В детском саду номер 5 «Созвездие» педагоги Уральского федерального округа собрались на стажерской площадке «Soft Skills Time. Наш ветер перемен». Темой стажировки стало развитие soft skills компетенций у старших дошкольников. 3 года подряд мы проводили семинары-практикумы. Сейчас мы перешли на новый уровень. Так как мы являемся федеральной инновационной площадкой по программе «Вдохновение», к нам приезжают коллеги со всего Уральского федерального округа. Сегодня приехал город Артемовск. Приехали гости из Екатеринбурга. Завтра мы ждем город Тюмень, гостей из города Тюмени, Кургана. Ждем, опять же, Екатеринбург, Челябинск. То есть достаточно много гостей, которые хотят посмотреть на опыт нашей работы. Детский сад «Созвездие» работает по программе «Вдохновение» уже 5 лет. За это время команда педагогов накопила богатый опыт неформального общения с детьми и поддержки детской инициативы. Коллеги смотрят, как дети свою инициативу, которую они проявили, могут реализовать на практике. Затем мы пойдем на антихрупкие прогулки. Антихрупкая прогулка – это авторская разработка Емельяновой Ирины Евгеньевны, доктора педагогических наук из города Челябинска. Это когда дети также выбирают свою локацию, на каком прогулочном участке они хотели бы быть. Они выбирают ту деятельность, которая им интересна, а задача педагога – сделать, чтобы игра превратилась в социально значимую деятельность. Программа «Вдохновение» позволяет полноценно проживать каждый этап детства, играя, экспериментируя и исследуя мир. Взрослые здесь поддерживают ребенка, его интерес к миру и его игру во всех ее видах. Когда мы видим передовой опыт, мы всегда принимаем участие в тех событиях, которые делают коллеги, которые вот активны. И Ирина Алексеевна нас пригласила к себе. Мы приехали посмотреть то, что у них очень хорошо сделано, показать свои какие-то умения, поработать с коллективом, поработать со взрослыми, потому что мы занимаемся андрагогикой. Андрагогика – это педагогика о развитии взрослых людей. Вот. И поэтому хотим какие-то идейки взять в этом детском саду и потом нести эти идеи в другие коллективы дошкольных организаций Урала. На стажерской площадке педагоги узнали о новых подходах к организации родительских собраний, о необходимости тимбилдинга, о развитии навыков самостоятельности и о многих других моментах, необходимых для работы. Такие события, они полезны и для детей, и для педагогов, и для присутствующих. Все, кто приезжает, и для управленцев, потому что детишки, они готовятся, они показывают все свое самое лучшее, что они наработали. Педагоги гордятся своими детьми. Мы учимся и тоже пытаемся поделиться опытом, и взаимообогащение у нас общее. Мы обогащаемся от детей, дети, надеюсь, обогащаются от нас. Родители счастливы, что их дети такие звезды. Программа «Вдохновение» учит умению выбирать, решать вопросы и вести себя в конфликтных ситуациях. Она основана на гибких компетенциях и позволяет ребенку и взрослому вместе исследовать мир. Воспитателю бывает сложно отойти от того, что он такой вот главный в отношениях ребенок и взрослый, да, то есть он должен все знать, он должен ответить на любой вопрос ребенка, он должен спросить, он должен так голову ребенку приоткрыть, знания вложить, утрамбовать и прикрыть, да, то есть вот такая вот ситуация, старый подход. В дошкольном возрасте ребенок должен научиться, скажем так, получать удовольствие от процесса. В детском саду «Созвездие» ребята с удовольствием получают знания, совершают открытия и пробуют себя в разных видах творчества. Здесь все проходит через игру и основывается на субъектности. А педагоги детского сада делятся опытом с участниками стажерской площадки и формируют у детей гибкие компетенции.